Модный дом Роберто Кавалли запустил капсульную коллекцию вне традиционного календаря показов. Так итальянский лейбл стремится провести ребрендинг после нескольких шатких лет. Дизайнер Фауста Пульези обратился к принту 1994 года. Его создал основатель бренда Роберто Кавалли под вдохновением от древнегреческого мифа о леди и лебеде в стиле рококо. Линию назвали «Дикая Леда». Представили ее в лондонском универмаге Selfridges. Изображение, которое ранее можно было увидеть в коллекции модного дома «Весна-лето» 2023 года в сочетании с анималистическими принтами, присутствует на воздушных платьях, пляжной одежде, аксессуарах и товарах для дома. Генеральный директор дома Серджио Ацалари говорит, что решил не дожидаться сентябрьских показов. Роберто Кавалли был... Роберто Кавалли всегда славился своими платьями, но он создал настоящий образ жизни. У нас есть тарелки, кофейные чашки, обувь, сумки, все. Мы решили сделать что-то более масштабное и приглашаем вас открыть для себя мир Роберто Кавалли. Бренд был основан дизайнером Роберто Кавалли в начале 70-х годов прошлого века. Он известен своими анималистическими принтами. Сегодня он принадлежит основателю дубайской Дамок Пропертис Хусейну Саджвани. Тот в 2019 году спас модный дом из Флоренции от банкротства через свою частную инвестиционную компанию Vision Investments. Ацалари возглавил Роберто Кавалли в апреле. Мы действительно занимаемся воссозданием бренда, который был воплощением роскоши последние 50 лет. Модный дом планирует перезапустить веб-сайт, а также работает над расширением розничной торговли. Так откроет несколько магазинов в США, а также рассматривает Лондон. Кроме того, он обдумывает возможность модернизации флагманского магазина в Милане. Верхняя палата американского конгресса утвердила законопроект об увеличении потолка государственного долга. Это означает, что первого в истории США дефолта, который могли бы объявить уже 5 июня, не произойдет. За проголосовало 63 сенатора, 36 против. Днем ранее законопроект также поддержала палата представителей, где большинство у республиканцев. Это стало возможным благодаря тому, что спикер палаты Кевин Маккарти заключил соглашение с Джо Байденом, которое позволит сократить дефицит бюджета США на $1,5 триллиона в ближайшие 10 лет. Дефолт был бы беспрецедентным явлением. Если бы Министерство финансов США объявило о нехватке денег для выполнения своих обязательств перед инвесторами, это могло бы вызвать кризис не только в американской, но и мировой экономике. Законопроект предусматривает приостановку лимита долга до 1 января 2025 года, который сегодня составляет $31,4 триллиона. По окончании этого срока лимит включится на том уровне, на котором в то время будет находиться долг страны. Госдолг США – это задолженность федерального правительства перед его кредиторами. Историческую отметку в $31 триллион он превысил в октябре 2022 года. Что мы делаем? Сражаемся с болезнью Паркинсона. Житель австралийского Мельбурна Дэрил, возможно, не такой энергичный, как раньше. Но это не означает, что ему не нравятся физические упражнения. Всегда приятно осознавать, что ты сделал что-то правильно, и ты чувствуешь, что все еще можешь что-то сделать. В 2019 году, сразу после того, как он вышел на пенсию, ему поставили неутешительный диагноз. Болезнь начала прогрессировать. Пропал нюх, начали дрожать конечности, ухудшилось равновесие. Стал стоять на ногах не так устойчиво, как раньше. Раньше Дэрил бегал марафоны. Теперь его главное испытание – завязать шнурки. Иногда нужно уметь признавать, что ты чего-то не можешь. Но мужчина не сдался. Он и еще около 20 австралийцев с болезнью Паркинсона каждую неделю ходят в зал на тренировки по боксу. Конечно, тут не проводят реальных боев, но занятия включают множество ударов руками и другие упражнения. Бокс дает им контроль над своим телом. Для замедления симптомов также советуют заниматься йогой, тайцзи и танцами. Здесь же помимо ударов делают упражнения на равновесие, гибкость и даже мелкую моторику рук. Приходят они обычно понурыми, они немного подавлены после тяжелого дня или недели, но уходят с улыбкой и счастливыми.
Болезнь Паркинсона поражает 2-3% населения мира старше 65 лет. Но Дэрил не собирается опускать рук. «Никогда не сдавайся. Эта болезнь хочет забрать меня. Но без боя ей не удастся этого сделать». Старший сын короля Иордании Абдаллы, наследный принц Хусейн, женился. Так проходила церемония. Его невеста – 28-летняя Раджва Аль-Саиф, младшая дочь саудовского бизнесмена Халеда Аль-Саифа. Исламская церемония бракосочетания прошла в беседке дворца Захран. Аль-Саиф выбрала для свадьбы платье от ливанского дизайнера Эли Сааба с длинным шлейфом и фатой с цветочной вышивкой. Свой образ невеста дополнила бриллиантовой тиарой. Примечательно, что невеста выбрала туфли без каблуков, скорее всего, чтобы не смущать будущего супруга, который немного ниже ее. Церемония прошла под руководством имама Ахмеда Аль-Халайли. На нее пригласили 140 гостей. Среди них британские принц и принцесса Уэльские, а также принцесса Беатрис с супругом. Кроме того, прибыли кронпринц Норвегии, король и королева Нидерландов, султан Брунея и многие другие. Королева Иордании облачилась в элегантное черное платье от Dior. После свадьбы пара проехала по улицам Амана на специальном белом Range Rover 1984 года. Сопровождал их кортеж из красных джипов с пулеметами. Молодоженов доставили во дворец Аль-Хусейния на свадебный прием. Туда же пригласили около 1700 гостей. Началось все с того, что новоиспеченные супруги поприветствовали высокопоставленных гостей. Примечательно, что визит принца Уильяма и его супруги Кейт держали в секрете. Это стало сюрпризом для поклонников британской королевской семьи. При этом Кейт также облачилась в платье от Эли Сааба, выбрала оттенок «Пыльная роза». День бракосочетания был объявлен в Иордании национальным праздником. Во всех регионах страны прошли праздничные мероприятия. Водородная Toyota Corolla дебютирует в 24-часовой гонке Super TQ Fuji в Японии. Пока это не стремление к победе, а только испытание технологии. Автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания, который работает на жидком водороде. Такой транспорт впервые участвует в авторалли. Японская компания Toyota отстает от других автопроизводителей в разработке электрокаров, но только потому, что видит будущее в водородных автомобилях. Некоторые эксперты считают, что у этой технологии большой потенциал. В самом двигателе внутреннего сгорания нет ничего плохого. Важно топливо, которое он использует. За гонкой TQ Fuji наблюдал президент Западного автомобильного клуба. Это самый большой автоклуб во Франции. Он организует гонки на выносливость 24 часа Лемана. Я под сильным впечатлением от этой машины. Водород – очень интересное решение для будущего. У водородных автомобилей нулевой выброс CO2, и мы должны стремиться к такому. Это важно для планеты и наших детей. Водородомобили удобнее электрических машин тем, что их можно заправить быстрее. Но, по мнению критиков, есть и минусы. Водород в основном получают из природного газа, поскольку получение путем электролиза обходится очень дорого. Но в первом случае выделяется углекислый газ. Руководство Toyota видит выход в том, чтобы углеводород улавливать и закапывать в землю. Для широкого применения водорода необходимо создать условия, чтобы система работала на всех этапах, включая транспортировку и производство водорода, который служит топливом. Водородная Corolla предсказуемо проиграла в гонке, но свою миссию все равно выполнила. Сделала еще один маленький шаг к развитию водородных технологий. Сербия против насилия. Под таким лозунгом прошел очередной антиправительственный протест в Белграде. Марш и митинг уже в пятый раз за последний месяц организовала оппозиция. На них вышли десятки тысяч человек. Протест приурочен к печальной дате. Месяц назад в Сербии в результате двух массовых расстрелов погибли 18 человек, более 20 получили ранения. Люди считают, что эти трагедии спровоцированы пропагандой насилия в СМИ. В частности, они недовольны тем, что в реалити-шоу показывают осужденных преступников, в том числе убийц.
Наша цель непоколебима и настойчиво выдвигать свои требования. Это всего лишь некоторые основные правила нормального общества. Мы не требуем ничего абстрактного, только возможности жить в здоровой окружающей среде. Мы выступаем против насилия и добиваемся лучшего будущего как для наших детей, так и для себя. Жизнь дается только раз, и я хочу, чтобы мои дети прожили ее нормально, и я сама тоже. Я привел сюда бабушку в качестве доказательства того, что не все пожилые находятся под влиянием СМИ, хотя многие считают именно так. Есть пожилые и со свободным мышлением. Первое нападение с оружием произошло 3 мая в Белграде. 13-летний подросток открыл стрельбу из пистолета в школе. Он убил 9 детей и охранника. На следующий день молодой мужчина расстрелял из автомата людей в 2 деревнях в пригороде Белграда. Погибли 8 человек, 14 получили тяжелые ранения. Протестующие в Белграде требуют смены руководства крупных телеканалов Сербии и закрытия передач, подстрекающих к насилию. Кроме того, они призывают уйти в отставку министра внутренних дел Братислава Гашича, главу службы безопасности Александра Вулина и президента Александра Вучича. Десятки людей арестовали в Гонконге в годовщину убийства студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 34 года назад Компартия Китая направила на мирно протестующую молодежь танки. С тех пор в Гонконге постоянно проходили самые массовые мероприятия в память о погибших. Однако в последнее время активисты Гонконга сами становятся мишенью для преследований. После принятия Пекином закона о нацбезопасности регион теряет автономию. Вечера памяти 4 июня оказались под запретом. Арестовывают даже за одиночные акции. Так в этот раз полиция задержала Александру Вонг. Это известная продемократическая активистка, которую называют «бабушка Вонг». Другого активиста арестовали за то, что он держал в руках сценарий театральной постановки «35 мая». Ее не показывали в Гонконге с 2020 года, когда был принят закон о нацбезопасности. В постановке рассказывается история мужа и жены, которые потеряли сына. Его убили на Тяньаньмэнь в 1989 году, когда военные открыли по студентам огонь. Зато спектакль представили в столице Тайваня. Теперь крупнейшие мероприятия в память о событиях 4 июня проходят здесь. Участники акции отмечают, что Тайвань должен активнее отстаивать собственную свободу и ценности. Наши предки боролись за свободу, поэтому мы должны помнить историю. Но мы также должны быть осторожными. Мы не можем допустить того, чтобы демократию и свободу снова ущемляли. Между тем, мероприятия в память о погибших на Тяньаньмэнь прошли и в других уголках мира, в том числе в Лондоне и Сиднее. Сегодня в материковом Китае любое упоминание о событиях 89 года подвергается жесткой цензуре. До сих пор неизвестно, сколько протестующих тогда погибло. По разным оценкам, жертв было от нескольких сотен до 10 тысяч. Эти живописные места в Трансильвании полюбились королю Карлу III еще в то время, когда он был принцем Уэльским. Румынскую деревню Вискри в XII веке основали саксы. Впоследствии они построили здесь укрепленную крепость, которая теперь входит в список ЮНЕСКО. Деревня находится на территории охранной зоны «Натура-2000», то есть здесь уникальные флоры и фауна, которые исчезли в других регионах Европы. И король много гулял здесь с другом-биологом, и это стало чем-то вроде традиции. В деревне сохранились старинные дома, некоторые отреставрированы и покрашены, а некоторые до сих пор нуждаются в ремонте. Туристы едут сюда насладиться покоем сельской жизни. Мне нравится местная природа. Здесь все очень естественно. Повсюду птицы, кошки, собаки и лошади. Это здорово. Карл III – потомок румынского князя Влада III, известного как Влад Цепиш или Дракула. Так что с Румынией его связала сама история. Несколько лет назад он основал фонд принца Уэльского в Румынии, который поддерживает важный проект «Скорая помощь для памятников». В рамках этой инициативы реставрируют исторические здания, находящиеся в плачевном состоянии. Жители Вискри надеются, что Карл III снова приедет в гости. Ну а пока здесь радушно встречают туристов. Они могут не только полюбоваться природой, но и познакомиться с местными традиционными ремеслами. У нас есть выставка старинных изразцов с надписями. Она уникальная. Здесь даже представлена современная плитка с автографом Его Величества. Когда он был принцем, мы открыли плиточный завод в Апоше, и он с радостью оставил подпись на плитке. Директор фонда говорит, что Карл III будет поддерживать работу организации и теперь, когда стал королем.